Всем-всем большой привет! Рада вас видеть всех на своем канале. С вами Алла Белочка. Сегодня хочу поздравить всех с 1 сентября. Это день знаний. Первый день осени. Девочки, мальчики, поздравляю вас всех с началом учебного года. Желаю вам успехов и удачи в учебе, отличных оценок. Также хочу пожелать и родителям запастись огромным терпением, пониманием. Нас ожидают впереди целых 9 месяцев учебного года. Всем хорошего настроения и удачи! Сегодня у меня мой сын также пошел в школу, в 4 класс, красиво нарядный, с букетом в руках и улыбка на лице. А дома сейчас его ожидают сюрпризы и праздничный стол. Каждый год мы отмечаем 1 сентября. И сегодня, 1 сентября, я хочу заявить о своем участии в совместном проекте «Подари детям рукодельное счастье». Организатором данного СП является Юля Рукодельная. Юля, тебе большой привет, я теперь с вами. Девочки, мальчики, я оставляю ссылки в инфобоксе, проходите, знакомьтесь, присоединяйтесь к этому СП. Это очень важно. Так как Юля Рукодельная будет устраивать благотворительную ярмарку в городе Курске, будут распроданы наши все рукодельные вещи, и на эти деньги, вырученные деньги от данной ярмарки, пойдут на лечение особых деток. Более подробная информация находится на канале у Юлии Рукодельной. Я также оставляю ссылку на это видео о приглашении в данное СП. Так что посмотрите и присоединяйтесь. Очень хорошая идея. Я хочу поддержать, не пройти мимо, так как чужих детей не бывает. Маленькие детки, как ангелы. И хочется, чтобы хоть какую-то внести свою небольшую лепту и тем самым помочь. Ну что ж, давайте посмотрим обзор на данный наборчик. И давайте рассмотрим первую новогоднюю открытку номер 9. На развороте сразу видны пожелания праздничного настроения, счастья, удачи и всего самого доброго, светлого и прекрасного. Вот такие красивые розочки. Есть свободное место для поздравлений. Шла также инструкция по вышивке и уходу за холстом. И вот сам художественный холст с изображением рисунка. Сразу видно, где пришивается бисер. Здесь совсем немножко зашивается. Есть ключ на 8 оттенков. И также есть примечание, что нельзя ни сжимать, ни мять, ни заламывать, ни тереть. Нужно очень бережно относиться с холстом. Разрешена ручная стирка, максимальная 30 градусов. Вот такая бисерная игла входит в состав данного наборчика. И вот сам бисер. Здесь 2 оттенка повторяются. Вот такой яркий, красивый, блестящий. Красный, голубой, коричневый, желтенький, белый, зеленый и оранжевый. 8 оттенков. И вот вторая открытка новогодняя, также с добрыми пожеланиями. И этот холст с изображением новогоднего снеговика с животными, которые заглянули на огонек к ребятишкам в этот праздничный момент. Также есть ключик на 8 оттенков бисера и вот такой бисерок. Есть блестящие и матовые, красные, зеленые оттенки, серый, белый, коричневый и золотой. И вот такие 2 открытки. Я буду с ними принимать участие в совместном проекте «Подарить детям рукодельное счастье». Так что я пошла рукодельничать, а вам желаю всем хорошего настроения и праздничного дня. Всем спасибо за внимание. С вами была Алла Белочка. Всем пока-пока!